Скандал, который кажется слишком громким даже для Украины, сейчас разгорается в Киеве. Местная компания, которая торгует пивным оборудованием в честь годовщины основания, устроила вечеринку в стиле Третьего рейха. Видео опубликовал возмущенный глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. В форме офицера СС выступил лично глава компании. Он с радостью фотографировался с подчиненными и позировал на камеру. Вот надо отметить, что в комментариях к видео нашлись и те, кто считает, что в танцах в нацистской форме нет ничего предосудительного. Это при том, что в годы Второй мировой войны от рук фашистов погибли больше 5 миллионов украинцев.